Итак, еще раз рассказываем правила уже, наверное, для Арины. Две команды, по два участника, соревнуются между собой в пяти различных турах. Какие-то на время, какие-то нет. Где-то нужно будет блистать умом, где-то при помощи импровизации зарабатывать очки в своей команде. Все на самом деле будет максимально просто, кроме одного тура. Вам нужно будет там вникнуть, но об этом расскажу. А пока что мы начинаем, и первый тур у нас будет называться «Музыкалочка». И нет, Дима, это немножко не та музыкалочка, в которой ты участвовал, она несколько переделана. А можно я шорты переодену, быренько? Просто там же надо будет двигаться, а в этих шортах у меня есть дырки некоторые. Там двигаться надо? Ну, пожалуйста, если что, ты... Что, надо двигаться? Нет, но Дима хочет почему-то двигаться на музыке. Не двигаться, ну... А, на музыке тогда не буду. На музыкалке не нужно, потом пойдешь переоденешься, это да. Это тоже. Ты завтракал? Надо будет двигаться. Потом да. Подожди, Воробей, надо штаны было одевать? Ну да, хотя бы трусы. Ну я тоже переоденусь. Хотя бы трусы, ЧБ, хотя бы трусы. Не, за трусы тоже банят, держу в курсе. 100% Воробей сам сидит без штанов. Ну а я-то не буду вставать, конечно. Я представил, трусы белые. Мне-то не нужно вставать. Итак, называется у нас первый тур «Музыкалочка», и он будет очень простенький для разминочки. Мы с вами сейчас разомнемся. Сейчас я вам буду в нашем Дискорде включать текст, Google текст некоторых песен. Вот только он не совсем простой, он был переведен несколько раз. И вам нужно будет сейчас... Что, Арин, такое? Ты там черных и красных выявляешь уже? Не та игра, Арин, no mafia. Не та немножко. Мы по очереди отвечаем на разные вопросы. Подожди, я правильно понял, что сейчас чат нужно выключить лучше? Да, конечно. Чат всегда нужно выключить. Ага. Только если не отвечает команда. Туда его, чатик этот, туда. Воробей, каждому свой вопрос будет, да? Нет, сейчас у вас будет 10 песен, и вы будете, кто первый ее отгадает. Хорошо, сейчас, секунду. Мы орать должны прям, да? Да, да, вы должны выключить. Тогда, Собчат, если вдруг у меня будут какие-то траблисы на трансляции, у меня донаты выключены, чат я не читаю, напишите мне в Телеграм тогда. Кстати, ребят, кто пишет ББ, потому что я выключаю чат, хотите переигровку? Я не выключу чат, я не буду в него смотреть. Я тоже так делаю. Так что игра. Потом. Ого, это что, мы на слово тебе верить должны? Да. Это проверка доверия получается. Получается, что так. Я не смотрю. Получается, что так. Итак, рассказываю еще раз. Да, вы будете сейчас обеими командами отгадывать, что это за песня. Отгадали, вам как бы одна отгаданная песня. Кто больше песен отгадает, тот и получает балл своей команде. Если вы вдруг одновременно выкрикнете, ну, я вам обеим, естественно, командам засчитаю. Готовы? А надо, типа, прям выкрикивать правильный ответ или поднимать руку, а ты такой, ты отвечай. Но, скорее всего, выкрикивать, потому что здесь не получится такого, что мы моментально все будем знать. Да, кстати, песню. Как это делается? Потому что было как-то раз проведено с руками, и под конец уже все «Да я знаю, это вот!» И там уже пофигу на руки абсолютно. Тут не будет такого, как в своей игре, типа, все знают, а тут не очень просто будет прям. Да. Воробей, скажи, там только русские песни будут, только русские? Две будут английские, переведены на русский язык. Найс. Мы выкрикиваем название, или мы выкрикиваем «я», и ты говоришь «давайте». Или название. Хорошо, давайте я. Давайте руку поднимайте, я буду отвечать. Все, окей. Потому что сейчас начнется машина, что да нет, я выкрикнул перее, все, а хорошо. А руку левую или правую, или все равно? Ногу можешь поднять. Не могу, я не Тогда можешь обе поднимать. Я бы хотела. Арин, куда ты? А можно ей за это очко дать уже? Просто мое очко уже ушло Арине, если что. Первая песня. Слушай, если вам будет тихо, вы мне скажете. Мой ребенок, я скучаю по тебе, я не слышал от тебя, ты далеко. Даже не скучал, но я вернусь. Крошка моя, я по тебе скучаю. Совершенно, туда же уже без руки. Тут уже даже без руки. Арина, все будут. Это их поколение, И Витя такой, Витя 37-41, говорит, в смысле? Пожилых унижать. Так, у нас пока у Димы и Оли одна отгаданная песня. Переходим к песне номер 2. И где она? Ветер дует с моря, ветер дует с моря. Ветер с моря! Но тут уже перебей была первая команда, действительно. Ветер с моря дует.
Пать, погромче сделать? Да, погромче. Давайте, давай, сейчас сделаем погромче, конечно, без проблем. 1-1, да? А пока, да, именно от гадных песен 1-1. Команды, ой, Дим, баллы будут после того, как тот гадает больше. Сейчас пока, да, баллы не начисляй. Хорошо, пока у нас 1-1, погнали, третья песня. Синяя карета бежит и качается, экспресс ускоряется. Да, давайте. Голубой вагон бежит, качается. Голубой вагон бежит, качается. Я так и подумал, кстати, но я просто... Скорый поезд набирает. Ну зачем же это ты кончается? Алята, красава, красава. Итак, четвертое произведение. Пока у нас 2-1 по отгаданным песням. Поехали. Нет ничего лучше на свете, чем... Ничего на свете лучше? Действительно, да. Чем братья с друзьями по белому свету. Все верно, все верно. Я вообще думала, когда здесь, знаете, типа Моргенштерн будет. Не будет. Не будет, хорошо. Чтобы Ликс хоть что-то... Пока у нас 2-2 по отгаданным песням. Поехали, пятое. Сфотографируйте свои ресницы и снимите их. Фотка! Хлопай ресницами и взлетай. Аляша, у тебя какое было предложение? А почему с фоткой ресницы? Я вам обеим сожалел, чтобы оба вскинули руку, но Витя просто начала петь. Действительно, это... Мне просто интересно, как ты хлопать сфотографируешь? Да. А я скажу, я расскажу. Оно как переводилось? Оно переводилось сначала на китайский, а потом переводилось обратно на русский. Поэтому я и говорил, что здесь у нас все, слова все перепутаны. Полгода изучал китайский, возможно, это нам поможет, Аляша. А я правильно понимаю, что хлопнуть бургер за здоровье Собянина — это сфотографировать бургер? Все верно. Так, у нас пока счет по отгаданным песням 3-3, потому что здесь ребята одновременно скинули руки и угадали. Я беру шарики в руки, чтобы быть уверенным. Шестое произведение, поехали. Девочки любят звезды до утра, свет в небе один. Да, Аля? Такие девочки, как звезды, что светят в небе до утра. И это все верно, Андрей Губин. Марина, ты не знаешь эти песни? Знаю все песни. Нет, просто я молчу. А потому что, знаешь, Арина сама девочка-звездочка. Ты на ее кофту посмотри. Кстати, да. Не, я просто не знаю, как их напевать. Только что привет, Паш, привет. А я тоже, я слова забыл. Ну, когда Воробей включает, я их знаю. А так я не все, конечно. Не, Арина, здесь, как я понимаю, даже пару слов достаточно. Если знаешь, то просто пару слов чисто. Итак, у нас пока счет 4-3, и у нас 7-я песня. И, внимание, ребята, сейчас 2 песни подряд. Ну, следующее. Будут английские, которые были переведены на китайский, на русский. Это будет очень сложно. Кто-то однажды сказал мне, что мир уничтожит меня, я не знаю. Аляш тоже? Ну да. Молодцы, ребята, но это, конечно, заслуживает уважения. А я думала, это... Все верно, хорошо, у нас пока 5-4. Следующая тоже будет английская. Скидывайте руки, будем спрашивать. Дежавю, я был здесь раньше, выше на... Далеш? Это опенинг из Наруто, да? Дежавю! Это, конечно, было не из Наруто, но это произведение. А, это из Ванчпачмена, извините. И не Ванчпачмена. Я где-то понимаю, но... И не Стальной Алхимик тоже. Чат, это было в аниме, я знаю. Откуда? Что-то там про гонки. А, Мишел Дин, ну я же то же самое сказал. Я думал, это типа, это Амино, Торотунтун, вот это слово. Подожди. Да, Амино и Дежавю. Ну, я думал, это переведено, потому что... Я был здесь раньше, выше на улице, я... Пускай будет Амино, но тем не менее, Алеша угадывает наш пока счет 6-4 по отгаданным песням. У нас осталось 2 произведения. Так, Витя, Арина, ну надо сейчас вырывать победу, чтобы хотя бы была ничья. Ну обязательно. Так, у нас еще 1 000 000 раундов впереди отыграться. Это тоже верно, но все равно у нас же закрепиться в самом начале. Поехали. Я предлагаю сейчас, знаешь как сделать? Кто быстрее будет напевать, начнет напевать ее. Давайте так. Да, хотите, просто попробуем? Прошлые две песни по одному слову получилось, типа, и... Чтобы напевать. Ну, именно... А какая разница? Ну, ты начинаешь напевать, не, ну, Аляша прям там дежавю. Там понятно, что слов-то там, блин, фиг их запомнишь. Но она по мотиву это исполнила. Это, конечно, засчитали.
Хотите напевать? Нет, давайте было. Будем напевать. Кто первый напоет, тот и забирает. Либо а это было напевание, у меня просто слух хуёвый. А какая разница? У меня тоже, поэтому я молчу. Поехали. Дима Алексеев команду затопил. Так, еще раз включил. На Каине, в Габоне, пересекающем Чадамир, я еду все таксисты и маршрут. Еду, соседняя сюда. Все друзья в отеле плакали, потому что знали меня на Каине. В Габоне, на всем Чадамире, я езжу. Езжу за... Конечно. Давайте еще раз. Еду на гелике. В пересекающем Чадамир. Я еду все таксисты и маршрутки уступают дорогу. Зеленоглазые таксисты. Нет. В отеле плакали, потому что знали меня на Каене. В Габоне, на всем Чадамире, я езжу. Езжу, а... Ну что, ни у кого никаких предложений? Не-не-не, подожди, давай еще раз. Еще разочек хотите? Давайте, третий раз последний. На Каине, в Габоне, пересекающем Чадамир, я еду, все таксисты и маршрутки уступают дорогу, моргают. Еду, маршрутки, мы встретились с маршрутками под номером. Блять, как? На всем Чадамире я езжу, а... Ну что ж, хорошо, возможно, да? Ну, давай, предложение. Рин. Нет? Ну, это Иова, мы встретились в маршрутке. Кадиллак, Кадиллак, это новый Кадиллак. На Каене все в Габане по Житомиру гоняю. Это Валентин Стрыкало, ребята, Валентин Стрыкало. Ну, вы не обязаны знать его, конечно. Вы не обязаны знать, естественно. Каен. Нифига себе, кто-то знал? Я половину слов не поняла даже. У меня в чате знали, кстати. Знаешь, а я правильно понимаю, что ты сказал, что эта песня на русском, а она на украинском? Почему она на украинском? Не знаю, она звучит, как будто она на украинском. Там просто именно буква «Х», вот эта вот, которая акцент. А остальная на русском. Валентин Стрыкало пел всегда на русском. А сейчас тоже на русском будет песня? Последняя, 10-я, да. Окей, моя будет, я хоть что-то угадать должен. Почему из лужи капает дождь? Можно я? Почему же дождь не капает по лужам? Это верно! Я на дискотеке поднялся. Я знал, что это песня, как прямо в Диме поворот. Арина тоже начала, на тебя. Арина, ты тоже ее? Да. Дима просто начал раньше, может, Дима первее, Дима энергичнее. Тем не менее, даже если я зачитаю вам обоим, это у нас будет счет 7-5. И это первое очко у команды Димы и Аляш, поздравляю. А, здесь очки по раундам, а не по... Да. Да, тут очки по раундам. Я же вам даже два раза сказал, чтобы Дима не настраивал там в ОБС. Как минимум. Итак, первый раунд у нас завершен со счетом 1-0. Команда слева это Дмитрий и Аляша получают... Деляш и Чебина получается, если так сократить. Команда две. Деляш и Чебина. Переведите, что он вообще сказал. Я через Google переведу. Ладно, все, играем. Чиляша и Арина Ликс, или как? Чиляша. Нет, подожди, у нас же, ну, пара, у нас с тобой, то есть у нас Аликс и Чидбнян. Давайте оставим все как есть. Да, давайте не будем оставлять, команду менять. Аликс и Чидбнян. О, ребят, это было очень даже хорошо. Сейчас я хочу, чтобы вы взяли, показали что-нибудь в камеру, какой-нибудь предмет, который лежит рядом с вами. Только не телефон, не что-нибудь такое, что есть у всех. Есть целых два. Кого что? Так, давайте теперь по порядку. Дмитрий, у тебя теннисные мячики. Да. Теннис большой, это хорошо. Аляш, у тебя что это? Успокоительное после стрима? Большой теннис, все. Большие яйца. Понял. Нож, хорошо. Чат, запомнили. Итак. Вот так вот. Ух. Витя. Тот, чье имя нельзя называть. Я понял. Хорошо. Да? Просто я по фильмам хочу на вопросы отвечать. По фильмам. Да, по фильмам. Вот так, значит. Так, давайте, что там надо? Подождите. Так, ребят, сейчас я принесу. Подожди, что еще больше я притащил? Арина, надо, только подожди. Не ту штуку, которую подарили. Не, я просто как понимаю, мы будем отвечать на вопросы, связанные с нашими предметами, да? То есть кино. Правильно я понимаю, Воробей? Нет, не кино, но сейчас узнаете. Блин, а что? О! Надеюсь, я не ошибся с выбором. Так, Арина.
Арина. Пошли, понты. Так, хорошо, у Димы там джедайский меч, так, найс. Хорошо, я у кого-то видел такой же розовый недавно на стриме. А что, Воробьёй, придумаешь для нас? Арин, покажи, ну что у тебя. Ну давайте, сыграем. Ага, вдова из Overwatch, да? И Лига Легенд. У кого-то что-то минуснулось только что. Не-не, это у Ликса. У Ликса упало настроение. У меня меч. Так, значит, тур, ребят, следующий называется у нас «Суть вещей». И заключается он в следующем. Сейчас у меня на стриме, вы можете не заходить, я вам так скажу, есть 6 разных карточек с цифрами 1, 2, 3, 4, 5, 6. За каждыми из них кроется не то что некоторые задания, а некоторая импровизация с тем предметом, что вы выбрали. Вставать ничего не нужно, никуда ходить не надо, все хорошо. Все нормально, все нормально. У вас будет 1 минута времени на эту импровизацию. Кто у нас рискнет первым? Дим, давай, ты как завсегдатай уже 2x2=5. С иглы. Ты у нас рискнешь первым. Я могу симпровизировать с мячом, главное, чтобы не забанили. А он телескопический такой, он да? Есть одно предложение. Он увеличивается. Если так прикинуть, примерно до горла достанет. Ну, ладно. Да. Понял. Понял, хорошо. Не знаю, к чему тебе это была информация, Дим? Подождите, можно, можно? Вам не кажется, что сейчас у Волан-де-Морта и ЧБ одинаковое выражение лица? Ой, я, пожалуй, кружку верну на самом деле, чем вот этот пак. Итак, Дима, выбирай число от 1 до 6. Я выбираю число, которое не любят в Китае, но которое выбираю я сегодня. Это 4. Число номер 4, которое по-китайски будет «сы», как «смерть». А я буду не «сы». Это японский, кстати, Дим. Так, сейчас, что там, секунду. «Сы»? Не китайский, тоже «сы», 4 по-китайски. Так что я несу и выбираю Итак, «сы». Итак, Дима, скажи, да, пожалуйста, у тебя будет 1 минута для того, чтобы рассказать, как тебе твой супер-джедайский меч поможет стать киберспортсменом. Минута началась. Мне просто рассказать нужно, да? Да, импровизируй. Но понятное дело, что есть определенный возраст, да, после которого тяжело стать киберспортсменом. Но появляются другие навыки. Например, сидят молодые ребята, там 14, 15, 16 лет, они играют, они все там реакция, быстрая скорость, все дела, да? Но, ребят, с мячом. Ничего не меняется. Да не, ну все просто, я врываюсь в буткем, врываюсь в комнату просто, где сидят ребята, включаю этот меч. И все, и начинаю чикать. И знаете, когда остается только один игрок, невозможно проиграть, ты всегда первый будешь. Это жизнь. Так ты свою команду убьешь же, получается. Ну а что? Но это, кстати, было. Это, кстати, было даже в «Звездных войнах», там, где Энакин пришел на буткем. Что делать? Тут. Стал киберспортсменом. Да, ничего не сделать. Так, Дима, спасибо большое, вот спасибо тебе большое. А дальше у нас кто-нибудь из команды противников. Витя, Арина. Я могу кто из вас рискнет? Да. Витя, давай, ты рискнешь. Ну что ж, от 1 до 6, да, и цифры 4 у нас уже нету. Давай 6. Кстати, я можно вообще... вот реально в чате говорят, неплохо, бей своих, чтобы чужие боялись. Прошу, а эхо, это норм или должно быть? Я понял, это же я своя. Арина, может быть, пока ты не говоришь, да, ты просто будешь выключать микрофон. А когда будешь говорить включать, мы тогда не будем говорить. Ну, то есть на там, где ты будешь участвовать. Итак, Вить, число. 6, я сказал. 6. 6, ты сказал 6. Ну что ж, хорошо. Итак, как тебе твой бюст Волан-де-Морта поможет стать очень богатым? Минута началась. Ой, ну тогда вообще легче вопроса задать не могли, на самом деле. Я этот бюст купил, это оригинальная работа за 30 тысяч рублей. Я, во-первых, уже... потратил большую сумму, это вложение хорошее, я уверен, что это ручная работа, тем более такого знаменитого персонажа, как Волан-де-Морт, она будет цениться всегда, а с годами будет становиться только дороже, поэтому я ее купил за 30 тысяч, а продать ее в какой-то момент смогу по-любому за большие деньги, а для каждого богатство это свое, если я продам хотя бы 1000 за 200 рублей, это уже для многих, я буду считаться богатым, согласитесь, поэтому прибыль 150-200 тысяч за несколько лет, я считаю, это богатство Волан-де-Морт, просто продаю его и все. Еще и автограф свой там можно. Перепродаж. Да, еще автограф может, так это миллион в цене. Стоп. Правильно, туда. Хорошо, мы будем топить вас в ответ. Хорошо, Вить, спасибо большое, спасибо. У тебя вот этот скелет, он говно. Вы все говно, да?
Я ему вот этот палец. Аляш, ты зависла у меня. Аляша завис. А, да, тебя отвисла, Отвисла. Я просто, знаете, хочу жить в мире читбанина, там, где ты покупаешь игрушку за 30 тысяч, а через 2 года она стоит уже 200. Не, ну это лучше, 2 года образная скала. Не, ну Аляш, ну она реально, это ручная работа, единственная в экземпляре. Она в цене может подняться 100%. Тем более я. Ну, 2 года же. Ну, я образно сказал. Аляш, ты купишь у меня это за 200 тысяч? 4 года. 5, хорошо, 5 лет. Давай так. Я думаю, лет через 20, разве что. Давай так, позвони мне лет через 40. Вот. Хорошо, если я доживу, я позвоню. Я наберу обязательно, на связи будем. Да-да-да, и скажи моему вдовцу, что она обещала купить за 200. Хорошо. Ну, ну у него не осталось ничего другого. Клип скинем. Хорошо. Подожди, Воробей, а, а команда соперника должна вообще нас топить? Я не понял. Конечно. Что происходит? Естественно. А, так что я там молчал тогда? Не знаю, что ты молчал. Вы же соперники как-никак. Хорошо. Да, Ликс, у тебя хуйня вообще ответ был. Готовься, Аляш. О, а меня-то зачем топить? Не-не-не, я, знаешь, я от лица ЧВ такой, типа, а, чего я молчал тогда, Ликс? Короче, значит. У меня тиммейт всех топит, помогите. Давай, Аляш, мы тебя слушаем, Аляш. Давай, мы тебя слушаем. Аляш, один, два, три или пять? Один, потому что я всегда первая. Всегда первый стучи. Олеж, как тебе твой скелет в шкафу? В плане секса. Поможет объяснить детям, откуда берутся дети. Вот это легко. Нет, в плане легко. Простите, у него нету органа определенного. Как ты объяснишь? Все, тупик. Примите. А тебе не нужно орган показывать, потому что... А детям нужно так все, знаешь, в общих чертах. Ну, это объясняй. Знают, когда уже в 14 лет по подъездам ебаться будут. Вот. А так, в целом, как бы, естественно, скелет — это то, что нам нужно, чтобы объяснить детям, откуда берутся дети. И даже больше — последствия от того, когда у тебя появятся дети. Потому что выглядеть ты будешь примерно так же. Дети — это счастье. Я думаю, наоборот, ты будешь выглядеть... Да? Не, я вот, например, вообще не понял, откуда дети берутся. Красиво. Сейчас. Прям вообще не понял. Еще раз показываю. Я вот правильно прямо... понимаю, что это той дырочки, которая... Представь, что я ребенок. Там даже есть какая-то. Здорово! Здорово! А, ну что-то есть такое, да, что-то это как мем был, когда кот из потолка вылезал, да, такой же? Здорово! Не-не-не, это из этого, из, господи, симулятор курьера, как он назывался? Death Stranding. Когда... Лучшее, лучшее описание, откуда берутся дети. Мам. Спасибо большое, Оль. Арин, у тебя осталось два... Роковая вдова. Два, три и пять. Давай три. Давай три. Ну что ж, как тебе твоя роковая вдова поможет остаться незамеченным на стримфесте? Минута пошла. Что за подстава, Воробей? Да, что здесь сложно? Во-первых, вдова. Кто она? Она снайпер, она воин, она обученный этот, как его? Ну, это игрушка. Убийца. Она меня, значит, всему обучит, как нужно скрываться, как нужно пользоваться, значит, технологией. Игрушка. Может быть, подарит мне какие-нибудь плащ с инвизом, какой-нибудь плащ-невидимка, как из Гарри Поттера. И, собственно, все. Если кто-то меня заметит, она, так сказать, чик-чик, и все, и рип. Поэтому я вообще не понимаю, что здесь сложно. Это функциональная игрушка, конечно. Функциональная, а да. Кто сказал, что это игрушка, Аляша? А кто сказал? Вообще-то у нее есть душа. Мы строим есть... сами правила своей жизни, Аляша. Ау. Да. Ауф. Вот. Арина лучше. Вперед, туда их. Туда их. Роковую вот, вдову на наших соперников. Хорошо сейчас было. Ой, это было очень здорово, ребят. Хорошо, спасибо большое. А знаете, как у нас будет определяться победитель? Сейчас, внимание, да, чат, это не байт, не обязательно это делать, но чат сейчас, кто у меня на стриме сидит, мы создаем голосование за то, так мы можем у тебя чьи... тоже сделать, да, голосование. А вы можете у себя, но потом надо будет как-то складывать эти проценты, суммы, да. Чат, мы сложим, ребят, голосование. Объективно.
Сделайте объективно. Голосование. ЧБ а, Арина и Дима Аляша. Да, давай сделай, а потом сложим все. А потом сложим. Давайте, да, Валидолик, сделай, пожалуйста, голосование. Я и Ликс против... Как их там? Офигеть, мы вдвоем с Ариной не стримим. А они кто, вдвоем стримят. Кто был лучше? ЧБ плюс будет. Арина? Дима плюс Аляша. Не, я верю все равно, что чат сделает правильно. Ставим на 2 минуты начать опрос. Ребят, голосование сейчас проголосуйте, пожалуйста, очень важно. Чат, пожалуйста, переходим сверху голосования, голосуем. Кто ЧБ, был у меня, я что-то даже не сомневаюсь, кто победит. Вот, вот честно тебе скажу. У меня, кстати, 50 на 50, если что. Ребят, голосование сделайте. Где голосование? Модер. Давайте, давайте. Голосуй. Чат, чат, давай, давай, голосуй. Чат. Голосуйте у меня в чате. Чат. Голосуйте у него. Ой, бля, все тут ясно. И у Ликса, в общем, у всех проголосуйте. Тут все куплено, можно даже не продолжать. Ну, а пока у нас как бы есть еще полторы минуты, давайте поговорим немножко. Давайте, давайте пообщаемся. Ясно, давайте складываем воробей количество голосовавших во всех чатах. Ну да, да, процент. Да, да, да. Потому что у Димы Ликса больше всего сидит, и больше всего там за меня, наверное, голосовать будет. Наверное, да. Типа, есть сомнения, Витя? Не, я в чат не заходил, я не чекаю. Я тебе могу сказать, 73 на 27, сказать в чью пользу. Посмотрим в конце. Аляша, у меня до сих пор почти 50 на 50. Дима и Оля чуть-чуть вырываются вперед, буквально. У меня 59 на 41. Ага, у меня самая лояльная к стримеру аудитория. Спасибо, ребят. У меня тоже лояльная к стримеру, просто не ко мне. Охренен. В инстаграме, извини, конечно, но против этого... Чат, напоминаю, да, мы голосуем за тех, как бы, у кого лучше была история, кто лучше описал ситуацию, симпровизировал. Да, конечно, они чисто за историю голосуют, я думаю. Скелет вышел из чата. Но я думаю, что ЧБ с Ариной победили. У меня 72 на 28. Будем объективны, история ЧБ была лучшая, потому что она была логичная, и она была обоснованная. Вот. И причем правдиво, я реально через 2 года, реально, заходите, я продам. И не важно, что у закон, меня заходите, и заходите, я вам и продам. Фигурка была персонажем, совершенно не важно, совершенно не важно. Нет, только 100% я толкну 1150 рано или поздно. Не, ну это согласен, согласен. Хватит. Так, у меня победила Дима и Аля. Дима и Аляша победили. Дима, у тебя что? ЧБ Арина 72 на 28. Ну, здесь но мне кажется, здесь уже просто... Сейчас спросим у Оли, что. Там больше всего народу, Воробей. Может, 1-1? Может, 1-1? Ну, сейчас мы спросим у Аляша. Мы сравняемся сейчас с Ариной. Не, ну тут по факту... Аляша, у тебя сколько? 58-42 в нашу. Вашу. Но тут огромный перевес у Димы в чате за ЧБ и лучше. Арину. Спасибо. ЧБ. Чтоб ты понимала, Аляша, у меня чат очень любит стримеры. 72 на 28 в пользу ЧБ и Арины. Спасибо. Нас меньше, но мы сила. Я знал, что чат будет один один. Хорошо. Вы понимаете? Проблема в том, что Ликс руина. Меня топят просто со всех сторон. Вот мы и пришли. Ладно, добавим интриги. 1-1. Погнали ебать дальше. Ну что ж, теперь то, чего так боялась Арина. Третий тур, который называется «Блиц из яиц». И заключается он в следующем, что у меня заготовлены... Простые довольно-таки вопросы, но у каждого из вас будет всего по одной минуте, чтобы ответить на как можно больше из них. Ой, по минуте на каждую команду, да? На каждого человека. Из команды? Та, чья команда... Да, да. Ну, будет оба участвовать, ведь, то есть та, чья команда больше наберет правильных ответов, та и зарабатывает балл. Ну что ж, в прошлый раз у нас начинала Дима и команда Дима Ляша, теперь Витя, Арина, кто из вас будет первый? Вить, давай. Я могу начать. На мужика, тоже. Да, чисто. Чисто на мужика, ой, давай. Я не отказываюсь там, Алина. Звон яиц слышно. А там умные вопросы будут. А, ладно, все, давай, что угодно, я размотаю, давай. Давай. Ой, бля, сейчас крыжатуры навалю. Сейчас, один сек открою. Вопросы. Все, знаете, начинается самое слабое звено. Почти. Арина, извини, сразу прошу прощения. Я с утра только встал, говорю, я не спал нормально. Я вчера, я легла в 3 часа ночи, перед этим выпила 2 пиваса, не позавтракала, не выспалась. Ну, вообще, я просто тупая, поэтому... Спорт, ребята, ЗОЖ. ЗОЖ. У Арины тренировки... Да, это ЗОЖ. Не слушайте, она все вам врет. Она за ЗОЖ, конечно. Конечно, Воробей. Ну, вообще-то она хотела заниматься спортом, но твое шоу, видите ли,
Действительно, я согласен. Какой воробей? Ах ты ж. Все понятно. Ваше воробейшество. Все ясно. Ну что, Вить? Я готов, всегда да, как готов, только давай. Я задам первый вопрос, стартанет таймер, ты сразу будешь отвечать. Итак, внимание. Кто снял «Убить Билла»? Тарантино. Да, кто был основателем компании Apple? Стив Джобс. Верно, а как зовут зайца из смешариков? Next. Крош, какой цвет волос у Мальвины? Розовый. Синий-голубой, цвет машинки «Молния Маккуина». Красный. Верно. Кто пел «Золотая чаша золотая»? Басков. Верно. Как называют самки слонов? Как называются слонихи. Самки слонов? Да. Продолжите песню. Мама анархия, папа... Монархия, ёпта. Стакан вперёд, портвейна. Давай, как зовут бога грома и молнии в греческой мифологии? Тор. Зевс. Какой боксер откусил ухо сопернику? Тайсон. Верно. Сколько десятков лет в одном веке? Десятков лет 10. Верно. Символ брака, который носят на руке? Кольцо. Верно. Что случилось с сердцем солиста Сплина? Тресло, разорвало, ёпта. Давай остановилось. Дальше. В чем хранится бутилированная вода? В бутылках. Верно. А кол из какого дерева опасен для вампиров? Осиновый кол. Верно. Поздравляю. Минута твоя вышла. Давай посчитаем количество правильных ответов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10 правильных ответов. ЧБ, это очень хороший результат. Очень хорошо. А что это Мальвина? Было? Какой цвет? Еще Мальвина, что ли, блин? Блин, я вообще на все почти знала первый. Сейчас, Арин, мы до тебя дойдем, и ты забудешь ответы на все вопросы. Волнение появляется. Вот что тут самое. Не, Арин, сейчас, знаешь, мы дойдем до тебя, и начнется. Какое число Авогадро? Да. Я реально чувствую. Итак, но у нас сейчас будет команда Димы и Оли. Кто из вас? Ну, давай я на мужика. Давай, Аляш, все. Яйца Ликса вышли из чата. А они заходили? Я не заметила. Они в начале стрима были, но уже потихоньку свинчивают. Им пора на работу, пора. Итак, Оль, ты готова? Да. Я ждал ответа нет, но тем не менее. Как зовут мальчика, который вырос с волками? Маугли. Верно. Какого цвета соус песто? Зеленый. Верно. В каком городе находится Эрмитаж? Питер. Верно. Кто раздает подарки детям на Новый год? Дед Мороз. Верно. Продолжим название мультфильма «Том и...» Джерри. Верно. 11-метровый удар в футболе. Пенальти. Верно. Ведущий «Поле чудес». Якубович. Верно. Как называется перерыв в театре во время спектакля? Антракт. Верно. Зеленая принцесса из Шрека. Фиона. Верно. Мальчик, который умеет летать и никогда не вырастет. Питер Пен. Да. Что наряжают на Новый год? Ёлку. Да. Салат, названный именем императора. Оливье. Цезарь. Сыр для пиццы Маргарита. Моцарелла. Верно. Орех с пальмы. Кокос. Верно. Фамилия Наташи из романа «Война и мир». Ростова. Верно. В какой стране находятся... зародились Олимпийские игры? Греция. Верно. Знаменитая мышь из мира Дисней. Мэнки Маус. Верно. Знаменитая няня, которая воспитывала детей Бэнксов. Мэри Поппинс. Верно. И это минута, и практически все правильные ответы. Это было очень сильно. У нас... Хорошо. А что вы думаете? Алло, я... Сейчас, слабо извиняю, одну секунду, чат. Один, пожалуйста, момент, тут у меня... Это 5 с плюсом, плюсом. У нас случайно, да, Арина вышла из... Чата. Из сцены в ОБСе. Окинула чат. Из сцены в ОБСе вышла. Все, теперь появилась, все хорошо. Арин, все нормально, Арин, все хорошо, Арин. Все, сейчас, вроде ровно. Итак, давайте подсчитаем, сколько у нас правильных ответов было у Оли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 правильных ответов из 18 вопросов за одну минуту. Красава. Вот это сильно. Это очень сильно. Вам надо было сказать, да. Арина, ты можешь еще Дмитрия Рильса побить, и мы можем вырваться вперед. Хорошо. Ну, побить в игре. А у ЧБ сколько? У тебя было 10. Ну, у меня вопросы были сложнее. Там Мальвина, вот это. Кстати, да, это было сложнее, да. Сейчас, знаете, будет эта разница между, как говорится, девочки делятся на два типа, Аляша и Ариня. Да, красиво. Арина, главное, не волнуйся, Арина. Арина. Погнали. Собралась, готова? Я готова, да. Итак.
Про какую машину русского автопрома пел Тимати? Бумер. Лада. Любимое блюдо кота Гарфилда? Лазанья. Верно. Автор романа «Война и мир»? Толстой. Верно. С чем играют в гольф и хоккей? С клюшкой. Верно. Что расцветало в песне «Катюша»? Яблони и груши. Верно. Головной убор Боярского? Хер знает, шляпа. Шляпа. Бурундуки-спасатели? Не знаю. Чип и Дейл. Слоганом какой фирмы является фраза «Just do it»? Nike. Верно. Автор балета «Щелкунчик»? Чайковский. Верно. Автор теории психоанализа? Не знаю. Зигмунд Фрейд. Величина измерения звука? Нота. Децибелы. Внучка Деда Мороза? Снегурочка. Верно. Главное удостоверение личности? Паспорт. Верно. Задняя часть корабля? Не знаю. Палуба. Корма. Итак, у нас правильных ответов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Где были сложные? Сложные вопросы были? Я вообще не знал наполовину ответ. Нет, они не суперсложные, но просто типа в сравнении, когда надо часто отвечать, ответить, типа, что наряжают на Новый год и кто дарит подарки, или Зигмунд Фрейд и децибелы, ну, блин. Ну, подожди, децибелы, вы же стримеры, вы же знаете, что в децибелах, у вас должен был брейси. Просто, чтобы не было споров, это в любом случае рандом, эти вопросы могли и им попасть. Да, конечно, естественно. В любом случае рандом, поэтому все нормально. Это естественно. Итак. А ты шляпу засчитал? Да, можно шляпу засчитай, она сказала. Да, она совместно с тобой сказала. Все, хорошо. Я сначала услышал нет, а потом шляпу. Хорошо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 правильных ответов. Нормально, нормально. Аляша одним ударом нас обоих положила просто. У вас пока 19. А у меня 17. У них пока 17. Если сейчас Дима не ответит больше двух вопросов. Дима, Дима, ты можешь. Можно вперед и не стримить больше, можно. Пойду книжки читать. Ну что ж, вопрос действительно все на рандоме, кто как закончил отвечать, тот так и продолжает дальше. Тут главное они все перетасованы. Дима, я готов. Итак, заклинание в Гарри Поттере для зажигания света на конце лампочки. Время пошло. Инфинити. Люмос. Знаменитый маленький олененок из мультика. Бэмби. Именем какого цветка называют самовлюбленного человека? Нарцисс. Верно. Их сжигала Инквизиция. Ой, дальше. Ведьмы. Какой расе принадлежит Гимли? Из «Властелина колец». Хоббит. Гном. Как звали горбуна из Нотр-Дама? Конек, чего? Квазимода. Как звали кавказскую пленницу? Ну, Наташа! Нина, как звали маму Иисуса? Елена. Мария, как звали хоббита, который первым нашел кольцо? Фродо, господи! Бильбо Беггинс! Кто искал лошадку в тумане? Лошадку в тумане кто искал? Как ежик! Правильно! Кто сыграл Джека в фильме «Титаник»? Что еще раз? Кто сыграл Джека в фильме «Титаник»? Леонардо Ди Каприо, я верно. Сейчас куда летели коротышки из «Солнечного города»? Что? Не знай-ка, на Луне. На Луну, Тима, они летели. Что? Ладно, они выиграли, все, они выиграли. Не, ну Дима старался, я могу сказать, что Дима старался. Это топка была? Нет, это очень легкие вопросы, Дим. Я ничего из них не знал. Откуда я знаю, куда гномы летели? Я же покраснел. Да какие гномы? Гномы никуда не летели, Дим. Что, я пропустила? Сколько? Арин, Дима очень старался, чтобы мы победили в этом раунде, но все-таки все равно победили, к сожалению. Дима, давай проговорим, смотри. Маме, ладно, про Гарри Поттера ты не знаешь. Хорошо, я согласен. Про Гарри Поттера ты можешь не знать. Инквизиция сжигала кого, Дим, раньше? Я испугался просто. У меня первое в голову другое вылезло слово, я поэтому не стал говорить. Кого сжигал инквизиция? Это же бан! Ну, я об этом просто, я как бы... Он, видимо, с Ку-клукс-кланом перепутал. Осуждаем такие мысли. Может быть, да. Поэтому мы... Какой расе принадлежит Гимли? Ты смотрел «Властелин колец», Дим?
Да, я смотрел, но я забыл, что... А, ну он, хорошо, это гном. Гном. Ну, Горбун из Нотр-Дама, ты начал правильно отвечать, квази... А нет, говорит, не Квазимода, и там что-то вообще другое ответил. Ну, я на автомате, а потом я что-то... Его зовут Егор. Я растерялся, я все знал, ответ на каждый вопрос, я растерялся. Дима, вот скажи, мы знаем твой возраст. Ответь на вопрос, почему ты не знал, как зовут кавказскую пленницу? Ту самую главную героиню. Мне нужно было подумать время, а мне не было времени подумать. Я сказал все, что в голову пришло первое. Хорошо. Я доверился интуиции, которую я... Ты против меня играешь, да? Так все, мы все четко. Таймер я отключил, да, ребят. Да, мне в чате подсказывает, что Смиагол первый, да, хоббит, который нашел кольцо, действительно, да. Но там ответили... Я думал вообще Фродо почему-то. Ответили Фродо, да. Сейчас бы мы пересчитали бы, естественно, но... Все верно. Хорошо, но мне понравилось, что знал, кто искал лошадку в тумане. Это, конечно, был Ёж. Это, конечно, причем был Ёж. Сказал, тоже не уверен был в ответе. Да, таймер сейчас летел, будем сейчас пока без таймера. Это мне подсказывает, что ты для каждого делал вопросы, да, получается? Нет, это общий список вопросов. Кто на каком закончил, дальше так следующие продолжать. Итак, у нас здесь победила команда Димы и Оли. И счет у нас сравнялся, счет у нас стал... 2. А сколько 2. Я правильных ответов дал? 3-4. Дай бог, если 3. Да. Подожди, как 2-2? 2-1 в их пользу, нет? 2-1. Тогда, в прошлый раз-то на втором же вам... А, стоп, тогда у нас был... Все, 2-1. 2-1. Все верно. Итак, я закончился у нас третий тур, и начинается четвертый, где здесь нужно будет немножко повникать в правила и быть внимательным к тому, что я объясняю. Дима у нас участвовал, поэтому Дима у нас будет его начинать, чтобы рассказать. Он называется «Зашифруй меня полностью». Что означает? Я для вас, для каждого, подготовил рандомные слова, которые начинаются от 3 букв и заканчиваются 12 буквами. То есть у нас всего 10 слов есть. Я их буду вам присылать в личку в Дискорде, либо ВКонтакте, как вам удобно. Ну, сейчас, кто там первый будет начинать, тому и отправлю, пока не открывайте личку. Соответственно, если, например, я отправляю Диме слово «воробей», он его читает про себя и должен Оле составить предложение из слов, которые начинаются с каждой буквы слова «воробей». То есть «В» — ведущий, например, «О» — опережая, «Р» — рулетку, очень быстро ел йогурт. Оля, ты прослушиваешь все эти слова, это предложение, ну и, соответственно, по первым буквам должна узнать, что это было за слово. Ок. Витя, Арина, вы поняли? Да, так это ж легко, нет? Да. Нет. Не, это не так, но это как показала у нас практика, нет. То есть желательно, я правильно понимаю, что желательно, чтобы предложение были было связано. Не просто, да, ты слова называешь по буквам. Да, то совершенно. То есть это довольно, не так легко, как кажется. Да, вот придумать вот эту легенду... Я это вам дам. Команда получает, если, соответственно, член команды отгадывает это слово. Да, кто больше, та команда, чья больше отгадала слов по количеству, у вас будет суммироваться ваши правильные ответы. Вот, да, и да, зарабатывает балл. У вас будет 2 минуты на это. Сейчас, давай, кто у нас будем? Ты первый, да, я сейчас тебе слова отправлю, ну, и давай, буду. Да. И таймер починю здесь. У меня слетел, к сожалению. А, за 2 минуты большее количество слов. Да, спасибо, да, все верно, все верно. Да, все, да. Тогда вот посложнее будет. В прошлый раз их было всего 8, и бывало, что ребята даже у них еще оставалось про запас время. Сейчас у нас будет. Подожди, воробей, а если, например, больше. Я буду не связанные слова говорить? Вот например, ты загадаешь мне слово воробей, я начну говорить просто рандомный бред. Но она будет просто первую букву слушать. Я прошу связывать. Витя, если я попрошу, ты сделаешь? Витя, если я попрошу, ты сделаешь, Вить? Я постараюсь. Постарайся. Понятно, что иногда бывает никак прям не вставить слово. Потому что, ну, влепите что-нибудь. Здесь будет мат. Ну, у меня, по крайней мере, за себя говорю. Витя, у меня тоже будет мат. Сразу говорю. А, подожди, записывать может член команды в блокнотик куда-то? Нет, 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 записывать нельзя. Записывать нельзя. Арин, мы справимся, все хорошо, будет легко. Итак, Дим, тебе в Дискорд скинуть? Да, да, давай. Так, все, Дим, слова тебе. Желаем улетели. Команде соперника удачи. Сейчас я чат таймер отстрою, чтобы вам было видно. Да какая удача, блин, не желаю Дим Ликса удачи. Так, Аляша, все, я почти готов. Довольно все несложно, главное первые буквы. Да, сейчас отмечать я в голове, что-то будет. Отстрою таймер, секундочку. Убился. Все, чат, вам видно? Вам видно.
А вот если мне Дима начинает рассказывать свои охуительные cool story, а я, знаешь, на середине понимаю, что за слово я могу говоришь, сказать. Да, ты можешь. А если окажется это неправильно, я могу потом сказать еще раз? Да, да, или... ты пока, да. Допустим, не отгадаешь. У вас же идет таймер, как бы идет именно на время все. Да, окей. Ну, начало легкое вроде. Погнали. Ну что ж. Запускай. 3, 2, 1. Начали. Человек в Московской области. Чмо. Верно. Катя лежит лежит очень нежно. Клон. Катя лежит верно. Очень нежно. Рыба очень боится от... Рыба робот. Очень боится очутиться робот. Там, да. Рита охуела, заметив много... Роза. Размножение, не знаю. Заметив много ебучих рыб. Размен. Нет. Размер. Верно. Рита Размер. Да. Ты ешь лучше... Ты ешь лучше есть. Телефон. Верно, телефон. Блин. С автоматом Калашникова секс очень саксон. Фиговый. Фиговый. Саксофон. Ага. Рычащая Алла бешено охеревает, творя ненасытную интригу. Работник. Нет. Ненасытную интригу цыпленок авокадо. Работник. Верно. Ты автомат вези туда. Автология. Верно. Нарезал арбуз. Нарезав арбуз, бабушка охуела. Лучше бы дала арбуз шалаве. Время, ребята, время. Ну, слушай, ну это мощно было. Это время вы отгадали 8 слов, поздравляем вам. Это был предпоследнее слово на балдаш. Аляш, я пытался связывать их просто. Потом нам пизда. Радиолокация. Как будто описание товара Салика пишут. Итак, Витя, Арина, кто из вас? Я могу начать, Арина, если хочешь, отгадывай. Давай. Воробей, сколько времени на подготовку или прям сразу начинаешь? Ну, ты прочитаешь, я тебе там дам буквально 10 секунд, пока там в таймер возвращаю все дела. Давай. Не, ну да, слушай, сложно. Я просто думал, одно слово нужно будет отгадывать. Одно слово легко бы было. В Дискорде ведь. Чувак, арбуз шалави. Бабушку жалко, конечно, да. Что ну что, Вить, ты готов? Да, готов, давай, Арина. Тогда время началось. Давай. Рота опять тупая. Рот. Рота. Верно, рот. Столовая. Столовая, трубка, очко. Стол. Да. Верно. Татарстан, русский. Труп. Ученик. Труд. Бабушка. Труба. Да. Труба. Мама опять руками кекс. Морг. Морг. Нет, бля, я плохо объясняю. Нет. Морковка. Морковка, ананас. Река, карандаш. Маркер. Маркер, да. Это песня, такая песня. Блин, у меня не получается связывать. Я не знал, что опять. Я вижу, ты стараешься, давай дальше. Зина охуенно рада. Я драчу. Заряд. Зарядка. Зарядка. Я драчу. Египет, горожане. Егор, Ягер, Гермейстер,
Египет, горожане. Егор, Егор. Египет. Нет, сложное слово. Египет, горожане и... И отдельное слово. А Египет как пишется? О! Египет, горожане и порошок тянут. Егеря! Не, ладно, давай. Нет, время вышло. Это было слово египтяне. Это было слово египтяне. Давай подсказку лютую старался. Это же запрещено было, Коробей? Нет, нет. Ну же слово тут было непонятно. Просто Египет. Египет, горожане, типа, да, и порошок там что-то тянут. Это просто, это уже 300 IQ, вау. Да, это, знаешь, Египет, можно горожане, было... египтяне. Египтянин говорить, египтяне, египтяне, египтяне. Мне очень понравилось, как он такой... Опять такой, знаете, опять, я думаю, опять, блин, ну я старался, ну это сложно, это сложно. Мне понравилась морковка, как-то морковка-ананас. Чат, я надеюсь, вы сделали крутую песню от ЧБ новой. Я предлагаю, Вить, потом тебе ее дописать и все-таки выложить, это уже просто обязательно. Да, вот, скинули клип. Хорошо. Итак, итого у вас 5 отгаданных слов, пока что против 8 отгаданных у Димы и Аляши. И сейчас у нас пишет, Аляша будет... Чел пишет, а я думаю, охуенно или охуенно, в зависимости от слова, брат. Что ли, ВКонтакте? В ВК пришли, да. А, да, конечно. Так. Не, сложно, да, именно связывать, потому что я все-таки старался... Да, это вообще нереально. Да, связывать тяжело. Угу. Но мы забываем, когда связываем, я только в конце понял про прилагательное. А прилагательное очень будут упрощать. Очень упрощать. Угу. Ты изучила, Оль? Да, да. Да, ну что ж, тогда две так минуты начались. Пошла. Как апельсин лежит? Кал. Верно. Почему Лариса... Лов. Антропоморфна... План. Верно, план. Да. Моя алыча редко... лежит ягодкой. Марля. Верно. Да. Где арбузы дают и не... Гадина. Верно. Ты, если... фактор тепла... Тефтеля? И... Нет. Что? Тефтеля, нет? Нет. Да. В смысле? Нет, там в конце другое. Тефтель. Нет, он сказал так же. Время, ребят, лучше. Ладно, время. Давайте, тефтели. Там Оля сам сказал, давай дальше. Да. Почему акронимы лежат очень мнительно, но интересно? Паломник. Верно. Да. Ширинка Арины не... тянет, а шантажист. Верно, шантажист. Да? Как он это делает? Когда Арина, Вадим, Алина, Ликс, Кавалькада? Нет. Егор. Там все имена будут, да? Да. У меня там было повествование в конце. Кавалерист, да? Да. В единственном лице и числе Егор... влечение? Нет, это было не влечение. Время вышло, это было величество. Оль, а да расскажи, пожалуйста, про кавалериста. Я хочу концовку услышать. Когда Арина, Вадим... Кто там еще? Егор Ликс. Егор Ликс. А там, ну, да, Егор Ликс. Там в конце были и стримеры тащатся. Уф. Красиво, туда красиво. Его. Подожди, когда Арина, Вадим... Ну, там же буква А четвертая. Так, там Алина еще была. Алина, да. Все. Блин, вот это было классно. Дослушать бы. Дим, ну что ты все заранее все отгадываешь-то? Ну, такое повествование они дослушали. Итого у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... правильных слов. Поздравляем. Витя, ты готов? Раз, два, три, четыре. Я готов, проябывать, погнали. 8, да, я в тебя верю, я в тебя верю, я в себя не верю. Подождите секунду, я хочу cool story послушать, у меня просто нос течет.
А. Хорошо. Так, Воробей, сколько еще раундов будет? Смотри, сейчас они будут 3-1, это получается. Уже четвертый, и потом у нас будет пятый. Если там будет ничья, ну, я не знаю, каким образом точно, то... Пятый на 2 очка же у нас. Нет, нет, нет. А сколько в целом у Арины слов? Сейчас скажу. Арина там что-то уже вылетело, выпало. Так, я готова слушать Арину. Сейчас. Что такое? Раз, два... 5 слов вы тогда отгадали. Нет, а Арины сколько ты сейчас кинешь? Ну, 12. У нас есть шанс? Ой, 10 слов скидываю. То есть 15 у нас будет, а у них сколько? У вас, то есть, будет 15, а у них уже 16. Ну, да. Ну, мы можем попробовать, конечно. Надо пробовать. Стремиться в никуда. Да может быть, ой, может быть, вы все отгадаете, у вас будет доп. Премии, я вам еще слова накину. Витя, ты прям жесткий, типа, ты жесткий на победку или ты. Пацаны, я вас не ловлю. А я и туда. Я и удовольствие и на победу. Все, спасибо большое за. Чтобы в любом случае выиграть, да? Типа, ну я так и планировал вообще-то. Не, Арина, как хочешь, можем по фану сходить. Давай пофанимся. Не, ну как? Серьезно, давайте, серьезно. Серьезно, фул серьезочек. Арина, тебе в Дискорд или в ВКонтакте? ВК лучше. Тоже не умеешь Дискордом пользоваться. У меня теперь пасты были. Нет, эти технологии. Для зумеров. Ну, у меня вот Оскар такого не умеет. Изучай. Изучила, и твои 2 минуты начались. Никогда одуматься сидя. Некогда одумываться сидя. Нога. Некогда одумываться сидя. Некогда. Нос. Верно, нос. Хорошо. Ключи лежат очень удобно наверху. Клон. Ключи. Нет. Ключи лежат очень удобно наверху. Клоун. Верно. Да. Набирать абонемент больше очень режется. Набирать абонемент. Набор. Верно. Да. Сидит Арина дома и... Садик. Нет. Сидит Арина дома и зумирует метр. Сидит Арина дома и зумирует метр. Сидит Арина дома иностранных зумеров. Мать. Садизм. Мастурбирует. Ну, сидит Арина дома и мастурбирует. Садизм. Что за слово садизм? Сидит Арина дома. Са. Иногда. Замеряет метр. Сидит Арина дома. Иногда замеряет метр. Сидит Арина дома. Д. Иногда замеряя метр. Ладно, next слово. Раздаться. Ну, сори, чат, я подаюсь. Развратное. Время ваше вышло. Это был садизм. 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 Такой садизм. А я боялся и забавно это слово сказать. Садизм? Да. Хорошо. Садизм. Так я думал, а что еще кроме садизма может быть? Это же запрещено садизм-то, а? С чего это слово? Ё-моё. Садизм запрещен, а слово-то нет. Опять затопили. Нет, Вить, почему ты не сказал, типа, next? Я просто думала, что вот ты сейчас вот скажешь. И мы просто, типа, всю минуту объясняли одно слово. Надо было сказать next, типа, следующее. Вы же хотели пофаниться. Ну все равно, ребят, самое главное, что это, конечно, позитивный настрой. Блин, я только разошлась, я еще минуту, пожалуйста, ну просто я ты, хоть, ты просто хочешь? Давай, ты просто, давай, продолжай, просто без времени, давай, без времени, давай. Не надо, пожалуйста. Мы поугадываем. Все, давайте. Значит, кто первый отгадает? Решила Америка завернуть врата рая от... Разврат! Верно. Туда. Я первый. По-моему, тебе нормально, да, ЧП? А я понял, что бана нету, все, погнали. Бана не существует. Ель
дома иногда настроена сотворять единство. Творчество. Да. Верно, единство. Значит, ой, тьфу, блядь, сказала слово, заебись. Авианосец! Авианосец! Да, да, да. Может, Америка никогда ебенить кирпич... Манеры! Манекен. Кирпич енота, но щелкунчик иногда крадет. Манекенщик. Манекенщик. Пизду. Значит, левая какое слово есть на е? Ежи. Просто е можно. Ебой. Летний ебой топил описание. Все, в пизду. Летописец. Мне надоело. Летописание там было. Летописание. Там было летописание в конце терминологии. Но это хорошо. Но да, это... да. Это вообще, да. Это считаю, супер что было. Приз зрительской симпатии за этот раунд отходит нашей команде. Счет 2-2, и интрига до конца остается. Я даже считаю, нет, подожди, а я считаю даже 3-2. Потому что надо еще бал накинуть за волю к победе. Да. Вот это настоящее уважение соперника. Аляша, спасибо тебе огромное. А какой последний раунд? Мы победили. Какой пятый раунд? Последний раунд, где вам нужно будет вставать. Идите, одевайте штаны. Ага. Блин. Ладно, мы проиграли. Только накройте вебки, чтобы ничего не сместилось. Да, я вот так сделаю, да. Сейчас я приду. Все, мы проиграли. Нет, еще будет сейчас пятый тур. А я предлагаю сделать пятый тур за 2 балла. И это будет играть. Давайте. Это будет интересненько. Если что, будет 6-й, который все-таки решит. Давайте. Все жопу спалили, Александр. Так он же в шортах сидел, чего, нормально же. Что я шорты одел летние такие. У него есть, знаешь, шорты домашние, а есть парадно-выходные просто. Дима как раз-таки побежал шорты снимать сам, что интересно. Она забыл выключить. Ты как? Это слово, конечно, я запомню теперь. Он уже переоделся бы и ушел. Ой, хорошо. Просто понимаете, ЧБ вообще не ожидал слова садизм от Ремян. Да, я слишком чистый. На самом деле, я несколько раз усомнилась в том, что я это слово правильно говорю. Думаю, может, я... Какая там у меня на букву З, что я говорила? Потому что ему слышалось С, а я говорю... Нет, Ариночка, запомни. Если мужчина тебя не понимает, это его проблемы. Ауф, Оля, ауф. Не, я самое главное, я не слышу последнюю букву. То есть я думаю садиз, и я думаю, типа, что за... Я думаю, может, я неправильно понимаю, потому что я в конце М не слышал, реально. То есть я садиз, я думаю, что я где-то другую букву перепутал, типа. Садиз. Прошу садиз. Садиз. Да-да-да. Мне понравилась фраза «бана не существует», и все такие забаненные стримеры. А чё в смысле? А чё в смысле? Я для тебя шутка какая-то. Так, ну что ж, ждём тогда. Дима, в принципе, участвовал в прошлый раз в этом же туре. Правда, сейчас он несколько переделался. Сделался чуть более интересный. Это у нас будет... Нет, не стал более интересным. Это я про тур, конечно. Это у нас будет крокодайл. Называется тур. В общем-то, это крокодил, но... Не с рандомными словами, а вы будете выбирать тематику. Ой, пока... Беру садизм. Я вам скажу, тут есть 5 тем, вы можете выбрать, то есть здесь будет просто чуть-чуть попроще. У вас будет 3 минуты на то, чтобы показывать самому партнеру, там 6 слов или 6 названий чего-то. Вот, кто, чья команда больше наотгадывает, а получает 2 балла. А крокодайл мы осуждаем или как? Нет. Мы это Хорошо. Не тот крокодайл, это который плавает в воде зеленой. Значит, 2 балла в целом, да, за это финал? Сейчас то будет 2 балла, может быть 3-3, да. Что ли? Да, в теории может быть 3-3, да. Ну ты накинул так специально, да, чтобы... А мы тут с Димой, да, пока ты отходил, Дима такой, давай сделаем. Я говорю, давай сделаем. Для интриги. Ну, это для интриги. Спасибо, это благородное решение. Если у вас будет ничья, то будет 6-й короткий тур, который там еще решит, кто все-таки будет победителем. Я в крокодайле так же буду показывать, как в прошлом раунде, типа... Ну неплохо, мы все поняли. Мы все поняли. Тут же фильмы, да, с фильмами. Смотри, Дим, тут чуть-чуть поменялся концепт, что у меня есть для вас 5 тем. Давайте, кто у нас, кто думает, кто лучше всего показывает? Кто хочет начать? Я начну, я лучший в этом, 25к не зря отдано. Арина, ты хочешь первая? Я хочу, да, начать. Давай, да, давай Арине время уступим. Итак, смотри, Арин, по 6 слов в каждой теме выбирай какую. Есть телешоу, фильмы, мультфильмы. Книги общие.
Вить, давай мультфильмы. Ну, слушай, да, ну, ты, а что там за персонажи будут или что? Название. Вы можете, смотрите, за самое главное правило. Слова, естественно, вы не используете. А никакие вещи рядом лежащие или обстановку вы, естественно, тоже не используете. А все показывать. Вы можете показывать, как что происходило в фильме, либо его концепт, либо его название прям как-нибудь показывать. И, пожалуйста, пальцами буквы не показывайте. Арина, показывай, что хочешь. Что хочешь, Арин, показывай, что тебе удобнее, но там, если там я зафейлю, то извини. А можно просто вот так, типа, два слова вот так? Да, так можно. Если вдруг кто-то сильно там очень тупит, да, можно сказать следующее, и уже следующее лучше слово. Лучше фильмы, я смогу в теории даже как-то угадать, что? Типа, название, потому что я много знаю. Хорошо, вы можете начинать с любого слова и потом на любое слово перескакивать, говоря следующее, и потом возвращаться. Так, Арина, ты будешь первой, да? Показывать. Да, я... Блин, как бы мне сделать? Мне просто, наверное, надо наушники вытащить и... Ну, чтобы слышать, что он отвечает, да. Сейчас, да. Так, вы выбрали фильмы. Смотрите, вас эхо слышно сейчас? Скажите. Раз, два, три. Нормально. Ну, чуть-чуть, но пойдет. Я даже не слышу. А если пойдет. Фильмы заняли, они уже не будут, да, на фильмы загадывать? Другая команда. Да, им уже фильмов не выпадет, естественно. А вы фильмы выбрали, да? Да. А какие темы? Мультфильмы. Телешоу, фильмы выбрали. Есть телешоу, мультфильмы, книги и общее. Общее там могут быть разные слова, но там всего по одному слову. А как в фильмах и мультфильмах может быть несколько слов. Во все эти игры ни разу в жизни нормально не играл, блин, мне так это все сложно. Эти крокодилы, все. С дебютом тебе. Спасибо. Ну. С ДРС. Неудачным дебютом, на мой взгляд. ДРС дебютом, но тем не менее. Садис. Так, Арина мне нравится встала, но слова еще не увидела. Камеру ставлю, чтобы меня видно было. Да, мне камеру сложно будет, кстати, чтобы меня видно нормально. Ну, главное, что вы надели шорты. Да. Это самое главное. А Дима надел парадные шорты, как мы понимаем. Я штанишки одел. Все, отлично, видно отлично, да. Теперь читай слова, они у тебя ВКонтакте. Пробегись по ним, что... Ты все знаешь. А можно не по порядку? Да, ты можешь с любого начинать и потом в любой момент на любой перескакивать, говорят, давай следующее. Приблизить прям. Ты выбирай не который ты знаешь, а который он знает. Да, я думаю, он знает сейчас. Я знаю. Куда все фильмы. Переместить-то? Фильмы тогда да. С ЧБ нет равных. Спасибо. Тут как бы я... Это даже не сарказм, реально. Мне рассказывали, что его нельзя вызывать в свою игру с фильмами. Ну что, Арин, ты готова? Вот меня никуда и не зовут больше. Тогда три... Сейчас я вас сделаю чуть покрупнее, чтобы чату было видно. 3, 2, 1. А нет, погодите, не один. А вот теперь время ваше пошло. Так, одно слово. Ну, морж. Монстр. Пать. Морж. Я думаю, бивень, но это точно не бивень. Вампиры. Сумерки. Верно. Значит... Рокки. А? Нет. Рокки. Нет. Левша. Ну, короче, бокс. Бокс, правильно? Там не борьба. Про тот фильм, Арин. Ладно, нет. Хорошо. Значит, Два слова. Да. Они с маленьких утят. Что-то ниндзя, что-то загадочная история Бенджамина Баттона, но там больше слов. Давай. Два слова, да, я понял. Первое. Рогатка. Раздвинула рогатку кто-то. Обручальное кольцо... Ладно. Я не знаю, что это значит. Так, бегает, ищет что-то. Два слова. Ниндзя. Два слова ниндзя. Что-то у нас популярное с ниндзями. Черепашки, блядь. Черепашки ниндзя? Нет. Нет. Ой, блядь! Это моя вина, Арина. Все хорошо. Это тоже фильм? Джеймс Бонд. Да. Да, это одно и то же. Окей.
Это тот фильм изначально, да, который, да, показывали? Да. А. Три слова. Ну похер, типа. Нет, без слов, без напеваний. А, мистер и миссис Смит? Нет. А, бля, там же меньше слов. Блин. Так, идет, прогуливается, хуяк убил. Так, два слова и среднее не имеет значения. Так, что-то кто-то бегает, там крутится что-то. Что-то там бегает, что-то там. Стекло не разбей. Так, стреляет. Я пытаюсь просто фильмы перебирать. Так, ну идет, стреляет. Так, а что еще там, кроме стрельбы-то? Ну, стреляет. Да, блядь, вы дохуя фильмов стреляют. Типа, здорово, привет. Типа, как дела? Как у тебя настроение? Я в тебя стреляю. Блин, центральное слово, типа, буква И там, наверное, да? То есть, буква И в названии слова. Ребят, таймер вышел. Витя, одно единственное предположение. Жду от тебя последнее. Что же показывала сейчас Арина? Сейчас буду, давай. Что-то известное с... Три слова, но центральное типа херовое. То есть из трех слов, но два главных. Сейчас, секунду. Стреляют. Известное. А кто, я ничего не догадал? Давай, три, два, один. Вить, давай, в первое, что на уме. Блядь, ну Джанго освобожденный. Нет, ну там что угодно можно. Это было «Охотники за привидениями». Бля, не, ну... Ну, блин, ну я, ну а как? Типа стреляют, ну я думал, я, естественно, думал про что-то другое. Ты думал из фильма сцена, я просто показывал по названиям. То есть, ну... Так нет, я не знаю, ну ты типа стреляешь, ну они-то там не стреляли, они там типа... Тебе, вот если бы ты так бы показал, знаешь, типа... Ну я... Я бы такой типа подумал, что да, типа, ну... Да нет, нормально, два фильма. А первое, что показывала Арина, это было «Рэмбо». Первый фильм, где она дралась, это был Рэмбо, а ты перепутала с Рокки в арене. Наверное. Это в Рокки были бои, а Рэмбо, он там в джунглях воевал. По сценам сложно показывать, надо по частям слов. Слушай, ну я считаю, из шести фильмов два нормально, Арина, нормально. Да, там все слова, в принципе, все названия и прочее будут сложные. Там будет довольно сложно. Все это показывает. Прикиньте, хоть угадал один? Два. Дима, Оля, кто из вас? Может быть, мультфильмы, Оль, просто другое я не знаю. Ну, что угодно объясняй, что ты можешь рассказать. Могу. Я знаю, что на свете. Я лучший в мультфильмах. Итак, давай. Объяснять, значит, у нас будет. Ты мне скинешь в ДС, да? Да, конечно. А ты, Дима, кстати, как слушать будешь? Тоже на колонке сделаешь? У Димы, по-моему, длинный провод. А я вот, кстати, не знаю. А, ну у меня, кстати, Я. У Димы, по-моему, удлинитель есть. Ну, Дима сейчас будет показывать, Да, но у него на удлинитель. Да, конечно. Ага. Ну все, я все, типа. Ты все, да, все. А ты отдыхай, ты потом будешь только уже отгадывать. Наконец-то мой длинный провод. Дим, ты все их знаешь? От наушников. Да знаю, это все, а вот показать. Другое. Теперь самое главное, чтобы еще и Оля все их знала. Ну что ж. Тогда ваши три минуты. Начались. Все, пошло? Да. Король лев. Да. Кунг-фу панда. Верно. Угу. Ледниковый период. Правильно! Ты. Да давай показывай лучший. Я. Гадкий я. Правильно. Давай без звуков, Дим. Так, ветерочек. Мультик с эпилепсией как-то, видимо, связан. А, нет, не тот. Ты предлагай. Ну, первое слово.
мультики легче. Не знаю, давай следующий. Я не знаю, как последнее объяснить. Рататуй. Правильно. Все, я не знаю, да, я не знаю, то ли Дима гениально показывает, то ли это реально. Нет, легко. На самом деле, мне Оля просто знает, мне кажется, все мультики. Оля, ты не будешь пробовать? Не, молодцы, молодцы. Не будешь пятый слово? Ну, есть еще минута, есть. Да, минута еще есть, конечно. Мы еще минуту боржем. Так. А я могу брать вещи какие-то? Нет. Нет. Мультики легче, их меньше. Вы сами фильмы выбрали. Вы же хотели мультфильмы. А я хотела мультфильмы. Ну, видите. Надо было стоять на своем, Марин. То, что вы выбрали, ну вот, оно за вами и пришло. Так, ну это робот из Boston Dynamics. Ты что-то берешь, что-то уносишь. Так. Унесенные ветром. Что, есть такой мультик? А, так, унесен. Унесенные призраками. Верно, унесенные призраками. Осталось буквально 5 секунд, и действительно, унесенные призраками. Это все 6 слов. И да, чат, кстати, Вали тоже когда-то был в задумках, но мы его немножко поменяли на никого перевода. Я думала, сначала, когда он начал вот эти коробочки, потом, когда был ветерочек, я думала, что это вверх. Я не знал, как унесенные показать потом, сообразим. Унесенный лист не засчитать, потому что я звук издал, я забыл, да. Ты рычал. Все остальное там. Так что это очень хорошо. Все 3 минуты были прям использованы как надо. Это 5 отгаданных из 6. 6 1 зафакаплен. Итак. Витя. Не, очень жестко, очень жестко. Так, да, мне в деску скидывай. Смотри, кстати, сначала ты сначала выбери. Тебя сейчас все ненавидят, потому что вообще-то аниме это не мультики. Чат, я приношу извинения. Да, вы можете меня ненавидеть. Вы имеете на это право. Я не прав. Итак, Витя. Телешоу, книги. Общее. Марин, что тебе удобнее будет? Общее. У тебя микрофон очень тихий. Общее, да? Ну, общее, да, давай попробуем. Общее, да. А может, телешоу? Они сразу срезают. А, телешоу, кстати, Арин. Да, типа, блин, всякие, кто срезает. Хочет стать миллионером, я, да. Я скажу. Поле чудес, там по-любому изи будет, Арин, по-любому. Но я просто телек не... просто не смотрела особо. Ну, там известное шоу. А что ты Холостяка не знаешь? Мы уже все сказали, что кто мне кто хочет стать слова миллионером, как показать, кто хочет стать миллионером. Ну ладно, давай телешоу, если... Ну, просто давай телешоу, они сразу срезают я не знаю, спектр как показать лишних слов. Так и если... тебе... Ладно, сейчас попробуем. Дискорд. Я просто смотрел единственный канал, это MTV, и все, если там есть... Ну ты по-любому, я думаю, знаешь телешоу, Арин. Ты, ну, видела так как, где-то 100%. Сейчас я на второй экран выведу, секунду. Да, ты все их изучает смотрел? У меня чел в чате пишет, аниме хуйня, это правда, не могу понять. Слушай, честно, не прям все знаю, но много шоу. Блин, не, на самом деле половину так себе. Ну ладно, сейчас. Ты про аниме или про ток-шоу? Я про ток-шоу. Минилик, столько Наруто. Аниме я вообще не смотрел. Извините, чат. Так, сейчас, во-первых, скажите. Так, я наушники оставляю, как меня слышно вообще будет? Ой, не слышно. А зачем тебя будет слышно? Меня не видно ни хрена, я не знаю, что с камерой сделать. Нет, я вижу. Ты стул откати вообще, вот, ну, в другую сторону откати так его. Ты можешь даже мы так, просто да, недавно узнали, что ты в целом не поместишься ни в одну камеру. Сколько у тебя рост? 2,15? 195! А, так это Ликс просто карток. Так. Ну что, ты готов? Готова? Готова, Рин? Да. Я готов. Тогда время пошло. Самое первое. Ой. 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 Видите? Я поняла. Усатый не... Страна дураков? Помню, что это всякий шоу. Поле чудес, поле чудес. Поле чудес, верно. Офигеть, это поле чудес, блядь. Это голос. Верно. Танцы со звездами, ледниковый танец, я не помню, как они называются, ледниковый, с ледником связано? Я не помню,
Ну, короче, Next давай, я не помню это название. Ну, блин, я бы сосчитал на самом деле. Она не знает название шоу просто, она поняла. Ну, ладно, хватит. Все остальное я не... А, «Танцы на льду», по-моему, да, ну, верно. «Танцы на льду». Так, давай следующее. Давид, нормально, прими. Этот Топ Гир... Это гениально показ. Следуй за нами, следи... Следствие... Кто хочет стать миллионером? Не знаю, наверное, я не знаю такое шоу. Ты тоже об этом подумай. А, может, «Орел и Решка»? Я знаю это шоу. По-любому, ты его видел. Это 100%. Блин. Когда узнаете, что это было, вы прям скажете, вот это гениальный покат. Я все остальное не знаю, кстати. Ты можешь как бы, ну, показывать название, ты можешь. Да. Стараться показать название самих шоу, да. Дом. Фазенда. Дом на колесах. В гости к звездам, как это там, этот... Тачка на прокачку. Ты. Я. Я маленький... Маленький гном. Маленький раздаватель денег. Маленький, да, миллионер. Я... Маленький раздаватель денег. Сексуально звучит, давай. Хочу это шоу. Я, блин, не знаю шоу, я же говорю, что не знаю, короче. Я маленький говнюк. Ребята, стоп, время! Это был гениальный показ! Это был Форт Боярд! Да. Это был Форт Боярд! Он показывал паспорту, он показывал... О, Витя, это просто было божественно! Я ждал, когда еще вот так покажешь. Два ключа! Один ключ! Там было еще, по-моему, «Фабрика звезд». Честно, я не знаю, что такое «Фабрика звезд». Тоже Пенни или что это? Ты не застал «Фабрику звезд», Витя? Я застал, но я всякое говно-то не смотрю. О, извините! Это мы, быдло! Не, ну «Фабрика звезд» в те времена вообще-то был топ. Да, наверное, я не знаю, я не помню просто. А «Сток одному» — это ответ на вопросы, да, по-моему? Да. Они там, да, они там выбирают варианты. И кто больше зрителей там заранее проголосовал за этот вариант? Не, ну три нормально, Арин, ну, я считаю, достойно. Да, я тоже считаю, я тоже. Сейчас у нас будет еще Оля показывать. Оля, у тебя осталось книги или общее? Давай, Оля, Микс, общее. Выбирай. Давай общее, потому что название книги давай. Я точно могу не сказать. А, ну да, логично, извини. Поэтому давай-ка лучше общее, там, может быть, есть шансы. А какой сейчас счет? Так, сейчас я вам скажу, сколько у нас, значит, команда Вити и Рина у нас отгадали. Так, сейчас, блин, я сбился. У Вити было 3. У Рины был отгадан агент 007, «Сумерки». И все, 2, да. То есть у них 5 отгаданных фильмов. А ну, то есть 5 загаданных слов. За один ход, да, у них? Да. Угу. Так, сейчас. Так, чат закрываю. Ну что ж, вы сами выбрали общее. А какая общее. У них тема? Общее. А, общее, общее. Ты можешь чуть-чуть повыше поднять, чтобы у тебя там голос. Я вижу. А, понятно. Все, тогда ваше время пошло. Акула. Акула. Да, в общем. Ты убийца, киллер. Стрелок. Мишень, тир. Файт, разборка, бойня, боевик. Перестрелка. Стрельба. Перестрелка, стрельба, отстрел. Двое. Конфликт. Конфликт. Агрессия, доминация. Война, война. Войско. Военный конфликт. Забей, следующий. Кольцо. Жена. Замужество. Кольцо. Палец. Безымянный палец. Ты холостячка. Холостяк. Да. Правильно.
Нокаут. Нокдаун. Нокаут, верно. Походка, киска, пантера, тигрица. Модель, модель, фотомодель. Модель, верно. Ну что, осталось последнее. А, нет, два еще. Дуэль. Бам. Верно, дуэль. Еще одно слово. Давай то слово добьем. Так вы это и добили. Да, да, то и было то. Извинения. Я сейчас почему-то вижу еще Олю, как будто она в Sims играет. Да, да. С собой прям. В ярочках. Холостяк. Брошенка. Что я? А, свадьба, свадьба, свадьба. Брак. Бракосочетание. Свадебный пир. Торжество. Свадебное торжество. Праздник. Невеста. Девичник. Мальчишник. У меня у одной пикселится, Оля. Ну, чуть-чуть есть. У меня хорошо. Оль, только не садись, Оля. О! Секс? Так в твоем понимании выглядит секс. Пробитие! Пробитие, я не знаю даже. Я, походу, не отгадаю это слово. Козалей. Шарады или как там это называется? А, куко, куко, измена? Все, Оль, все. Это, все? Это было слово тамада. Я угадала! Но в понимании у Димы так выглядит секс. Блин, я понял. Ой. Это, конечно, было сильно. И у нас счет становится 5-1. А можно прочитать название книг, которые нужно было показывать? Просто интересно. Да, конечно, Арина, конечно. Я считаю, что мы молодцы. А хотя бы не ноль. Хотя бы не ноль. У вас были. Не в сухую. Мастер в сухую. И Маргарита. Угу. Маленький принц. Угу. Идиот. Угу. Война и мир. Угу. Три мушкетера. И голодные игры. Хорошо, что выбрали общее. Да, но показать было бы тяжело это, на самом деле, некоторые из них. Да, какие-то темы были чуть-чуть попроще, чуть посложнее. И тем не менее, ребята, пятый тур у нас закончился. Подошел у нас к концу наш выпуск 2x2, 5, 16-й выпуск со счетом 5-1. Здесь главное не победа, а участие. Мы все повеселились, это было... Дима, Оля, понимаешь, победа? Мы все повеселились, это было очень круто и весело. Тем не менее, победу у нас забирает Дмитрий Ликс и Аляша, поздравляем! Жду 10 сабок от Ликса. Спасибо, да. Кстати, да. Кстати, и точно. Я. И сам себе да. Еще, Дим. И мне главное, чтобы не забыть, а то я буду чувствовать себя свиньей. Ох, ну что, ребят, надеюсь, вам понравилось. Вам спасибо очень большое. Круто. Спасибо большое. Да, очень круто. Спасибо всем за участие. О, вы молодцы. А главное, помните, что это была всего лишь игра. Красиво, красиво. Да, все, ребят, спасибо всем, что спасибо. Пришли, реально очень круто сыграли. Да, было классно. Вот. К сожалению, это закончилось, и мне придется сейчас идти смотреть аниме. Мультики ты хотела сказать? Все, ладно, вам спасибо большое, давайте, на связи. Всем пока, ребят, как канал Воробья, он организатор шоу, twitch.tv.vorobey.tv, поддерживает. Всем спасибо за участие, всем молодцы, всем пока. Тоже хорошо. Ссылку проспамьте просто в чате, так будет проще. Чат, я...